История одного известного завода начинается в 18 веке на реке Иж, что протекает через Удмуртию и Татарстан. Именно здесь указом Сената, приближенному царице Елизавете Петровне, графу Петру Ивановичу Шувалову, было предоставлено право на строительство железноделательного завода. Начатое в 1760 году, строительство продвигалось медленно. Но все-таки вскоре была сооружена плотина, часть фабричных зданий, а с июля 1763 года начали действовать 5 кричных молотов. Если вы не знали, то крица – это ком железа в смеси со шлаком и частицами несгоревшего угля. Образуется при плавке железной руды в условиях низких температур. За год работы завода он смог обработать около 7000 пудов железа. Однако, вскоре завод переходит во владение казны из-за погибели Шувалова и накопленного огромного долга перед государством, которого не смог погасить его наследник. Это было довольно тяжелое время для завода. В 1801 году горный инженер Андрей Федорович Дерябин, посетив Ижевский завод, отметил: «В проезд мой через Камский завод усмотрел падение онного. Фабрика находится в ветхом состоянии, из ларей бьет вода фонтанами. Так что, ежели в прудах доставало только воды на одно годовое действие колес, то б, наверное, завод остановился или не могла продолжать действие во весь год. Осматривая строение фабрики, я удивился, что она по сие время еще стоит и действительно должно опасаться, чтоб некоторые части не обрушились и не задавили бы работающих людей». На производительности завода сказывались разные факторы: недостаток рабочей силы, многоводье или маловодье, качество угля и чугуна. Продукция завода шла в казну и на рынок за границу, но потом она полностью поступала в казну для военных целей. Завод обслуживали приписные крестьяне и мастеровые. Приписные крестьяне рубили дрова, выжигали уголь, перевозили его на завод, транспортировали чугун и железо. Они привлекались также на ремонт плотины, заводских зданий и так далее. Приписка проводилась из расчета 30 крестьянских дворов, в каждом из которых 4 души мужского пола на один молот. В 1807 году по указу царя Александра I инженер Дерябин начинает строительство на базе железноделательного завода на реке Иж производственных корпусов для нового оружейного завода. Начинается новая история с новым направлением. Для налаживания оружейного дела Дерябин перевел с горных заводов, находившихся в его ведении, несколько сотен мастеровых. Взамен отправил часть рекрутов, прибывших по указу правительства на Ижевский завод в качестве разнорабочих. Вспомогательные заводские работы, такие как вырубка леса, выжиг угля и так далее, возлагались на непременных работников, приписных крестьян из близлежащих сел и деревень. Сказывалась нехватка собственных специалистов. Так, для обучения оружейному и инструментальному мастерству местных рабочих за 7-8 года на завод было принято более 150 иностранных мастеров, преимущественно шведов и датчан. Грамотно налаженное оружейное производство, заданное основателем завода темп работы, способствовали резкому увеличению выпуска продукции. Так, накануне Отечественной войны 1812 года заводом было выпущено 1822 ружья. В 1884 году ижевские заводы вновь были переданы в казенное управление и получили название «Ижевские оружейные и сталеделательные заводы». Неравномерная загрузка завода заказами на поставку оружия, увеличение военное и уменьшение в мирное время способствовало принятию в 1885 году решения о разрешении приема заказов на изготовление охотничьего ружья от частных лиц. Ижевский завод был единственным казенным заводом, выпускавшим так называемые «сибирки» – охотничьи малокалиберные шомпольные винтовки. Но мой рассказ совсем не об оружии, а о ветви в истории Ижевского завода, о которой, к сожалению, мало известно.
и начинается эта ветвь в 1926 году, когда на заводе появляется станкостроительное производство. Ижсталь-завод начинает выпускать фрезерные и токарные станки. В 1930 году решением правительства было организовано станкостроительное производство в составе Ижсталь-завода. По приказу номер 181 директора завода Быховского был создан станкостроительный отдел с целью производства отечественных металлорежущих станков. До этого он представлял собой концентрацию нескольких цехов по ремонту. Цель создания станкостроительного производства – организовать мощное производство металлорежущих станков для оснащения оборонных производств СССР, чтобы не зависеть от импорта техники из-за границы. Эта дата считается датой рождения станкостроительного производства на заводе. Уже в ноябре 1930 года на заводе был пущен цех по изготовлению станков. Он медленно начал изготовлять станки немецкой фирмы «Леве» с внешней трансмиссией. Станок «Леве» выпускался с 1930 по 1931 год. До конца 1930 года было выпущено 200 станков, а в первой половине 1931 года предприятие смогло увеличить свой выпуск 3,5 раза, выпустив 700 станков. Первые станки были, конечно, далеки от совершенства и не могли в полной мере удовлетворить запросы бурно развивающейся в те годы промышленности. В 1931 году созданное на заводе конструкторское бюро станкостроения в короткие сроки разработало токарно-винторезный станок, и станкостроительным производством завода был выпущен первый серийный токарный станок «Удмурт», копия токарного станка American Tool Works 12. 1 мая 1931 года было выпущено 5 станков, а к концу года 94 штуки. Одна из модификаций токарно-винторезного станка «Удмурт» – станок с упрощенной коробкой подач. В этой модификации отсутствует ходовой винт, вследствие чего нарезание резьбы на нем невозможно. Такая модификация значительно упрощала конструкцию станка. В 1934 году завод перешел на выпуск токарного станка «Удмурт-2» 161, разработанный заводскими конструкторами. С 1930 по 1940 год было освоено производство 72 типов нового металлорежущего оборудования, в том числе и сложных многошпиндельных агрегатных станков. Станки, выпускаемые заводом, распределялись Министерством оборонной промышленности по своим заводам и даже не входили в существующие каталоги станков. В это же время завод начал выпускать револьверных станков 1336 «Сталинец» и 1338 «Кировец», которые со временем обзавелись модифицированными версиями 1336М, 1336ИР и 1338М. На заводе развернулась работа по подготовке производства к выпуску сложного по тогдашним временам оборудования. В довоенные годы производство расширило и усовершенствовало номенклатуру выпускаемых изделий. В годы войны выпуск станков не уменьшился. Только в 1941-42 годах было освоено и выпущено 40 видов станков, необходимых для оснащения нашей промышленности. После войны коллектив станкостроителей быстро восстановил производство основной номенклатуры серийно изготавливаемых станков, и станкостроительный завод занял ведущее место в производстве оборудования для оснащения предприятий оборонных отраслей народного хозяйства. В 1939 году по решению правительства Ижевский оружейный и сталеделательный завод разделен на сталеделательный металлургический и машиностроительный завод «Ижмаш», что открыло новые возможности для дальнейшего наращивания мощностей металлургического производства. В 1951-56 году был освоен в производстве быстроходный токарно-винторезный станок «Иж-Т-400». В связи с быстрым развитием отечественного приборостроения в стране остро ощущалась нехватка малогабаритных станков высокой точности. В 1960 году освоено серийное производство первого станка серии токарно-винторезных станков с диаметром обработки 250 мм, ИЖ-250.
С 1960 по 1965 было выпущено 9000 станков всех модификаций ИЖ-250. На основе базовой модели ИЖ-250 было разработано множество модификаций разного назначения и с разными техническими характеристиками. Для обычных универсальных токарных работ ИЖ-250Т, для операционных токарных работ ИЖ-250ОП, упрощенная конструкция, для выполнения серии расточных операций ИЖ-250Р, для выполнения работ повышенной точности ИЖ-250П, ИЖ-250ПМ, если станок имел гидрофицированные узлы ИЖ-250Г. В 1964 году завершена подготовка к серийному выпуску станка модели 1И611П. Повышенной точности, который выгодно отличался от первого станка серии ИЖ-250 техническими характеристиками и дизайном. С 1964 года по 1983 выпускались станки 1И611, 1ИС611В, 95ТС1. Всего было выпущено 26500 станков. В 1974 году на предприятии был разработан первый станок с числовым программным управлением 1И611ПМФ3, который получил высокую оценку специалистов. В 1975 году освоено производство станков высокой точности 1ИС611В и 1ИС611ВР. В советский период существования станкостроя в составе ПО «Ижмаш» ижевцы изготовили более 430 видов станков, а вся номенклатура изделий превышает 600 разнообразных металлорежущих и других видов технического оборудования. На предприятиях СССР использовались более 80 тысяч машин, изготовленных ижевскими станкостроителями, что соответствует оборудованию 150 крупных предприятий. Это токарные, револьверные станки, расточные, ханинговальные, полировальные, протяжные, сверлильные станки и литейные машины, гидравлические прессы, станки для волочения проволоки и ленты. Для мотоциклетного производства в больших количествах изготовлены алмазно-расточные, ханинговальные и агрегатные многопозиционные станки. В 2013 году на основании решения ГК «Ростех» ОАО «НПО «Ижмаш» было переименовано в ОАО «Концерн Калашников». Сейчас данный концерн продолжает производить универсальные и специально металлорежущие станки. Станкопроизводство сосредоточено в подразделении «Калашников Инжиниринг».